Как мы видим, здесь просто стоянка, никакого спецтранспорта здесь нет. Расширилась стоянка бригантина. Что-то поменяется, знаете, за полностью, как бы там дам клятвенное обещание, что это будет песок, а если его не будет. То есть мне сказали, выровнять идеально площадку, к первому числу привезутся, здесь будут как бы стоять дома для фудзоны, будет стоять кемпинг платный, бесплатный. Все это надо будет огородить какой-то лентой, как бы там, и будет стоять полиция, это все тут охранять. Все, что я знаю. Фуры будут ставиться, какие-то холодильники здесь, как бы там для киевлян, для этих, для организаторов. Как бы там, ну, в принципе, там, ну, она не забирает бригантину под себя и полностью как бы там на ней будет работать. Вот. Как бы, что будет дальше? То есть сейчас идеально сказали, идеально выровнять площадку для того, чтобы поставить палатку. Потому что будут приезжать люди, как бы там, и выставлять площадку. Давайте еще надо такую штуку сообразить в отчете.